Господа, всех приветствую. Сегодня у нас в работе Kia Cerato из столицы. На данном этапе делаем комплексную виброшумоизоляцию. На данном этапе разбираем потолок. Не каждый раз я вам показываю потолок, да, у меня не всегда есть возможность это снять. То есть сейчас счищаем вот эту вот шелуху с завода. Только чего нет, нахуй. Он приходит, Иваныч, ну ёбрю, я тебе сколько раз по-хорошему просил. Че расклинявый, блядь, Яр, мы с Диманом покрыли, блядь, сука. Иваныч молодец. Мне хочешь. Я хочу быть как Иваныч. Смотри. Вот когда мне будет 60, сколько ему уже? 63? 67. Вот если я буду в таком здравии, как он, я буду только благодарен. Самый счастливый человек. Да. Отлично. Будет клеиться листы виброизоляции плюс волна. Здесь мы делаем жирную шумку, вибру, СТП катара сзади. Под ногами водителя, пассажира СТП Брома. СТП Профи Плюс – это мощный вибропоглотитель у нас на передней части автомобиля, на арках колес. СТП Аэро Плюс – покрыто все днище. Крышку тоже уже сделали, полку проклеили. Дверка клеится следующим образом. Вот замечательная возможность, да? СТП Аэро Плюс, СТП Сонора. Щит тоже будет клеиться СТП Аэро. Ну и два слоя на обшивку. И сюда мы будем ставить процессорную аудиосистему, которую согласовали с владельцем еще примерно где-то месяц назад. Сюда мы будем ставить AMP Pyromania, акустику Герц, Стелс, 12-дюймовый сабвуфер Герц в тандеме с оригинальным герцовским грилем. Ну, про аудиосистему я заострю немножко внимание и, наверное, разложу ее где-то на ресепшене в магазине и расскажу вам про нее поподробнее. Миш, как бальзам на душу, да? Шла босиком. Это же моя самая любимая певица, Максим. Ребят, ну сейчас я нахожусь в салоне, настроенной Kia Cerato. Салон у нас почти собран. Сейчас предлагаю вам послушать, насладиться вместе со мной живописным звучанием аудиосистемы. Я хочу передать привет владельцу синей Шкоды Рапид, вот здесь, которая стояла, помните, вчера у нас. Он меня заразил вот этим Ladin Sax, и давайте послушаем с вами вместе. Дмитрий сегодня скинул мне на WhatsApp вот эту песню, он набрал Содома хорошо, все, слава богу, ну и наслаждаемся. Но пока играет музыка, я хочу пробежаться по интересным настройкам AMP Pyromania, то есть у нас вот здесь вот 12 каналов. Давайте так, первый, второй канал у нас твиттеры, они играют от 3,5 кГц вторым порядком во всю полосу, на минус 15 по уровню у нас стоят, от 65 Гц первым порядком работают мидбасы до 3,2 Гц вторым порядком, ну и тыл у нас работает от 80 Гц вторым порядком до 10 кГц третьим порядком. Соответственно, сабвуфер играет у нас узкий диапазон частот от 20 до 52 Гц. Никаких искажений на максимальной громкости. Я вот так вот выбираюсь из машины. А здесь установлены коаксиалы. Колечки тоже на болтах. Двери виброшумоизолированные. Я показывал, как. Здесь пока в ходе коммутации получилось сохранить плафон. Здесь стоит 8-канальный процессорный усилитель AMP Pyromania. И здесь моноблок Fix. Для удобства управления сабвуфером регулятор бас установлен вот здесь. Мне вчера один чудак написал, говорит, блин, вы поподробнее расскажите, для чего нужен регулятор баса. Регулятор баса, ребят, нужен
в одном случае. Мало баса вы добавили, много баса вы убавили. И все, то есть от минимума до максимума он регулирует громкость сабвуфера, другими словами. А почему чудак, он мне написал, что я не совсем в этом разбираюсь, но у меня трехполоска от процессора. То есть, представляете, чувак собрал трехполоску, но не знаешь, что такое регулятор бас. Давайте еще раз послушаем, я пробегусь по конфигурации. Здесь у нас, короче, мне владелец сказал, что официалы подъебали его и заменили хороший АГМ-аккумулятор, который сейчас стоит 35 тысяч рублей, на какую-то хероту. В итоге потом пришлось ему купить новый аккумулятор, чтобы машина просто-напросто заводилась в холодное время года. Здесь у нас плюсовой к клемме подходит, а плюсовой провод, он защищен предохранителем. Масса у нас штатная, генератор штатный, мотор штатный. В дверях у нас установлены поканально твиттеры. Зад у нас коаксиальная обшивка проклеена вот так, она готова к установке. Сейчас Руслан только вот так вот пробежится по периметру прокладочным материалом. В передних дверях у нас установлена Герц Милли Про МПК-165.3. Сабвуфер у нас Герц Чента CS-300. Он установлен у нас в коробе на трубе Бру. Стелси, уже заговариваюсь просто. Вся коммутация у нас скрытная. Сделана вибро полная, вибро шумоизоляция автомобиля. Бюджет этой аудиосистемы составляет практически 140 тысяч рублей. Дополнительно делается шумоизоляция по той причине, что система процессорная требует особого внимания, подхода и внимательности. 20 тысяч рублей стоит, так скажем, сведение, настройка, коммутация, подключение и установка этой аудиосистемы. В эту сумму входит крепление на колечек, на болты, шестигранички, там тряпичка и скрытый монтаж. Весь процесс настройки осуществляется через ноутбук, через программное обеспечение АМП. Все у нас почти, да, Руслан? Да, Дима вот сейчас занимается подключением подсветки сабвуферного короба в Тойоту. Вот. Ну, а я с вами хочу попрощаться на одной хорошей и доброй ноте. Вчера мы отдавали автомобиль Mitsubishi, он у нас стоял здесь. Владелец в Германии заказал оборудование, но вот этот комплект проводов он тоже заказал. Где-то вот здесь вот видно, что DE, да? Deutschland. И с вас комментарий, с нас вот этот подгон. Приятно, приятно. Будьте активнее, будьте с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорых встреч, а вернее, вероятнее всего, до завтра. Надолго я с вами никогда не прощаюсь, даже если мы куда-то уезжаем, ребята за меня снимают видео. Спасибо, что вы с нами. Нам остается сейчас натереть окна, подсобрать салон, отфотографировать и все поэтапные работы по шумоизоляции, виброизоляции мы выкладываем в нашу группу ВКонтакте или в Инстаграм. Подписывайтесь на наши соцсети, Телеграм, Инстаграм, ВК. Все есть вот здесь в описании под видео. Где мы находимся, вы тоже знаете. Город Арзамас, Нижегородская область, Автостиль. До скорых встреч. Вот тут много не видели, блядь. Как я бомжей во главе с культиватором прислал. Снег вот нахуяр летом. Ментант. Да. Диман стоял, умирал со смеху нахуй. У меня фотка даже есть. А мы все стоим с тобой, мы стояли, разговаривали. Он говорит, Иван, что это? У меня, говорит, снегу нет нихуя на крыше. А у этого, говорит, нет. А у тебя, говорит, блядь, прям горы. Я ворачиваюсь опять, беру лестницу, давай, ебаный в рот. Он весь свой снег, своего гаража, ко мне нахуй. Это ты мне пишешь, что ли, опять? Нет. Все, сеанс окончен. Let me take you to a land where we call it the flats. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck